Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ну а что это ты так пялишься, извращенец? Что? Да, нет, у меня и в мыслях не было. Да ладно, я же не против. А? Знаешь, а не хочешь посмотреть поближе? Я все же думаю, что это неправильно. Звучит не так убедительно, когда так пялишься. А? Да нет, не пялись! Даже ни капельки не интересно! Думаешь, что можешь украсть чужую добычу, потаскуха? И даже не обращаешь его. А ведь это против правил. Разве тебе не пора заделать детишек? А ты у нас теперь свекровь по вызову, да? Да он еще совсем малец. И таких предпочитает Нанакуса? Неожиданно. Надзуна же у нас немного особенная. Давай-ка сразу перейдем к делу. Которая из нас тебе больше по вкусу? Назови любую, и она обратит тебя. Выбирай: Хирата Ника, Кахакаба Мидори, Судзушира Хацука или Хонда Кабура. Да меня и Надзуна устраивает. Но если у тебя нет романтических чувств или намерения стать вампиром, то мы не позволим вам с Надзуной видеться. Но ведь я хочу стать вампиром. А? О чем это ты? Ты ведь не врешь, потому что не хочешь умирать? Да я серьезно говорю. Я-то думал, чего у нас разговор не клеится. А что, Надзуна? Она же знает об этом. Ну то есть, я же поэтому и хочу влюбиться в Надзуну! Да она же красная, как помидор. Вряд ли она нам сейчас ответит. Она что, до сих пор смущается от разговоров на тему романтики? Ну, типа того. Она пьет его кровь, так что он может обратиться в любой момент. Негласный уговор, так сказать. Ну так же совсем не романтично. Но зато это выглядит так, будто мы трахаемся без любви. Так же даже веселей. Только не опять.